Вот это да. Всем привет! Всем привет! Вы на канале Милана. Сегодня мы будем лизуны. Смотреть лизуны. Да, и мы вот такие. У Миланы тут, смотрите, все, и купальник. Она тут прям как будто на море собиралась, да? Куклы. Милана вон себе какие вкусные печенюшки купила. Хочешь, я посмотрю, сколько у нас пакетов? Да пакеты попозже посмотрим. Мы уже там половину разобрали. Очень много в магазин ходили за продуктами, да? Да. Ну что, давайте выбирать, которые мы были. Какие ты лизуны хочешь? Печенюшки-то покажи, вкусные? Да. Они еще, смотрите, с безышечкой такие воздушные, да? Да, только мама, убери голову отсюда. Малышки-хрустишки называются, да? Да, я вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Это твои лизуны будут? Да. Это Миланин дом. Она себе построила. У нее там жильцы. Расскажи, кто у тебя живет здесь? Флаттерзай, Эверест, Волк и Волк. И у меня там еще есть Матильда, Вася и еще одна, и Ева. И собачек там куча-куча-куча. Да, а он панда сидит, розочка, медвежонок. Да, там и подружки вот тут. Вот тут подружки твои. Ну, показывай свои лизуны. Вот они. Что за лизуны? Какой цвет твой любимый? Вот этот. Мне, я сейчас скажу, серебристый. Смотрите, да? Белый вот такой. Хочешь, я свой? Зеленый. Хочешь, я скажу, какие цвета любят? Серебристый, угу. Золотой, розовый, голубой, фиолетовый. Это твои любимые цвета? Да. Здорово. Ну, попробуй, выгреби какой-нибудь. Вот этот хочешь? Давай. Это какой, белый? Да. Твой любимый? Да. Запасной. Они какие-то интересные, ребята. Они, знаете, какие с мелким... этим. Шарики. С мелкими шариками. Они вот такие блестящие, очень жесткие достаточно такие. Мы уже с Миланой... Они густые. Густые, вот такие. Смотрите, какие прикольные. Да, да вообще. Они даже вот растягиваются. Угу. Как мы лизуны-то, помните, в прошлый раз? Тянули, да? У нас много всяких лизунов уже было. Давайте печеньки. Такое вообще крутое. Давай, я открывай печеньки. Ну, открывай, давай, открывай. Сама откроешь, осторожно, только их очень много, зайка, не рви сильно, ладно? Что, помочь тебе? Смотрите, у меня даже пончики. Ничего, какие прикольные. Все вкусные? Да. Точно? Да, да, вкусно. Не, я не хочу пока, мы сейчас скоро будем кушать уже, да? Давай смешивать, Милана хочет. Все, давай мы тут на розовой панели, что сможешь, все вытащить. Помочь тебе? Нет, не надо. Ну, я вытащить помогу только. Вон у нас какой синий. Зеленый. Мы будем белый. Там половину отделять в контейнеры сложивать. Зачем? Да нет, когда мы смешаем. А, ну да, места нету. Салатовый. Малиновый. Малиновый. Сейчас я розовый достану. Слиплись, все слиплись, Лави, куда я положила? Ничего страшного, да? Все равно сейчас, давай эти все штуки я скидаем. Я мой сейчас ставлю. Давай, эти все штучки, баночки скидаем, выкидывать их не будем. Да, чтобы слаживать. Давай. Ну что, смешиваем? Ну давай. А, давай вот так, знаешь. Ой, ничего, как они слипаются, смотри. Ну давай, смешивай. Ой-ой-ой. А можно я вот эти, да, смешаю? Давай, смешай. Это как мороженое. Это как мороженое получилось. Да. Нет. Ничего себе. Только рожка не хватает. Как жалко их. Они такие красивые, да? Ну, они... Милана как будто тесто катает. Они, смотрите, какой он прям цвет насыщенный. Они слиплись, такой вообще круто был. Они так разноцветные такой. Яркий. Показала, парень. Ого, вообще крутой. Смотрите, все почти цвета видно. Вот тут вот нежно-розовый еще маленечко. Да, нежно-розовый. А он с этой стороны такие нежные цвета. Голубой, белый, оранжевый. Торчит немножко темных. С этой более яркий. Очень крутые, да? Да, он такой крутой. Давайте попробуем как вот так вот.
как? Вот мы растянем, но... Подожди, не растягивай, смотрите, у нас этот. Есть для теста. Не помогает. Давай попробуем не растягивать, попробуем немножко расплющить его. Вау! Хотя это и получается немножко... Ой, какая красота-то у меня получилась. Я оторвала розовый. Ну зачем? Не надо отрывать. Я кусок. Смотрите, какой яркий. Это бекон. Бекон. Какой бекон? Ой, ну ладно, сейчас будет. Давай. Ой, какой яркий. И он, кстати, практически сильно пока что не смешивается. Он весь такой слоистый. Смотрите, как малиновый тянется к голубому. Угу. Его уже не видно, походу. Не видно? Только с этой стороны видно. А, он слип! Чего он? Слип. Слипся? Да. Ну ничего, так и должно быть. Он же лизун, прилизун. Давайте сложим как. О, зачем пока слаживать? Не будет. Смотрите, такая... как курица. Как курица? Или голова медузы. Вот это да. Вау. Он вообще уже непонятного цвета стал. Ну он такой яркий стал. Смотрите, как единорожка, вол. Да? Да. Ну, мама, ты сказала, не прикольный, он прикольный. Прикольный? Да, смотрите. С шариками еще. Угу. Вау! Вау! Да-д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 а
Крутяк. Хороший цвет, да? Да. Весь цветной, точно. Уходите, что-то я принесу. Обалдеть! Что хочешь принести? Что хочешь там? Вот этот, послушайте, смотрите, какой вау, вообще, вау-вау. Но на самом деле там уже смешались, они такие непонятные, вот этот грязный, как будто какого-то. Это салат, блядь. Ой, что-то Милана сейчас будет блюдо нам готовить. Принесла, смотрите, да, давайте этот весь лайф сложим сначала. Ну не одну вещь же, мам. Да, точно похоже, да. Вообще, смотрите, как у меня здорово получилось. Точно как арбуз. Белый, зеленый и розовый смешались. Так, как будто арбузик. Да, только косточек не хватает. Мне было чудо, да? Да. Зря. Что готовите? Ничего. Как ничего? Это просто лизун готовим. Да? Покажите, как называется ваше блюдо? Кастрюльная вода. А это на каком? На аджарском? Да. Нет, по-русскому. Блюдо картошка плюс курица. Вкусняшка, ням-ням-ням, да?